прыжок с высоты в 1200 метров с точным приземлением. Практическая тренировка проходит без заминок. К месту бедствия воздушного судна прибывают четверо парашютистов. С собой у каждого из них жизненно важный груз, медикаменты и сложный инструмент. У нас стояла задача на выполнение поиска и спасания экипажа терпящего бедствия. Была дана команда в аэропорту, диспетчерской службы. Парашютно-десантная группа высадилась на борт. По тревоге поднимается дежурное воздушное судно. Десантная группа добирается из Ростова всего за 20 минут. Но большую часть времени занимает не перелет, а поиск потерпевших. После обнаружения эвакуация. Если нет возможности посадить вертолет, спускаются сами спасатели. Они оказывают первую помощь и поднимают человека на борт. В южной зоне функционирует 6 поисково-спасательных баз. На них круглосуточно дежурят вертолеты К-27 и Ми-8. В случае более широкомасштабных операций по поиску и спасанию, здесь же с координационного центра, в зональном центре здесь в Ростове, где управление идет всеми воздушными судами, осуществляется усиление сил, привлекаем. Если необходимо, то это на море с новороссийским координационным центром. Если на суше, то привлекаем те силы, которые наиболее близко к месту бедствия. Спасатели находятся в 30-минутной готовности к вылету для оказания помощи. В Краснодаре, Москве, Екатеринбурге, а также по побережью Черного моря на период проведения зимних игр будут действовать запасные аэропорты. Анастасия Кованцева, Юрий Бабенко. Главные новости.